Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Ведущий телевизионной игры заговорил о смене деятельности. Александр Масляков является бессменным ведущим КВН вот уже 56 лет. Однако ходят слухи, что руководитель телепередачи устал стоять за трибуной и планирует уйти на пенсию. Об этом сообщили СМИ. Александр Васильевич, который традиционно ведет игру, в финале премьер-лиги оказался в кресле члена жюри. Именно в своей речи он и намекнул об уходе. «Мне что-то нравится сидеть в жюри стало, понимаете? Может быть», — сказал ведущий, оборвав свою речь. При этом сами участники КВН тоже шутят о смене Маслякова-старшего и, возможно, неспроста. Так, команда «Вологодские росы» в одной из миниатюр обратились к Маслякову-младшему, сыну телеведущего, чтобы он занял место отца в высшей лиге, а заодно и прихватил игроков с собой. Замечают грядущие перемены и зрители игры. В сети заметили, что Масляков-старший готовится передать бразды правления наследнику, пишет портал pokatim.ru. Впрочем, сам ведущий КВН никаких заявлений пока не делал, поэтому о дальнейшей судьбе телеигры можно только догадываться. При этом некоторые звезды считают, что КВН уже потерял свою актуальность и популярность. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!